большие заросли бузины. Вот порубили, Володя их приходится носить. 12 сентября 2016 года. А сейчас тут заросли из сирени. Вот так Володя молотит. И везде железо, железо, железо. Как молотилка молотит. Вот они какие заросли. Попутные кирпичики. Это сгодятся на отмостку. Вот здесь завалили все отходами. Черемуха. Старая. Вот ее какие клочья вырвали. Ну и теперь все это уменьшилось. Недалеко от храма. Храм, видать. Красота. Володя молотит и молотит. Это с утра не просыхает. А потом там он идут провода электрические у нас. И там деревья подросли прямо под провода. Теперь надо идти веревки захватывать, тянуть вдвоем, как бы втроем легче, двое пилить. Ну что, пилу натащили, топор, ножовку, лес сущий обрезать, чтобы провода, которые идут качать воду в лагерь. Там баня была когда-то. Даже не вижу, где тут увидеть, нет кто. Вот столбы стоят. Павел тогда все это лазил по ней. Ну а теперь укладывать надо и нести. Вот так. А это уже моя работа. Вон туда понесу каждый. Уже ходок 5 сделал. Потыкаешься, идет. Ограду сделать надо от худых пастухов, не от скотины. Куда пастухи не глядят. Вот. Вот видишь как. Я все время приговариваю. А городские это мои ровесники. Чем занимаются? Им просто жалко.
Они же ничего этого не делают. Окаянный телевизор только. Вот это мы картошку копали. Кажется, все на исходе силы. Помыли в субботу, в воскресенье отдохнули. И сегодня с новыми силами. Расковырено как, оно скосилось. Теперь я дальше отношу это, может даже вот это место с этим углом. И все необходимо. Бог это заповедал. Воистину, кто не хочет трудиться, не ешь. А труд какой? Пот. Это не компьютерные игры. Самое трудное, наша мама говорила, ну, по-своему, по произношению это молиться и с детьми водиться. Ребенка надо научить многому. Тут до старости доживешь и не знаешь, надо это, не надо. Вот старые были пленки, я насчитывал, Златоуст, покупали люди. Ну и дальше идет, ломается, а заводы остановились. Новые люди хотели покупать, пленки купили, а магнитофонов нету, запчастей нету. Ко мне. Даром отдают. Ну куда мне склады? Куда? То ли вернется к этому, похоже, не вернется. У меня огромные вот такие приемники, радиоприемники. Ну видно, что хорошие. Я и говорю специалисту, помоги там, чтобы ловить. Он говорит, кого ловить-то? С чего ловить-то? Радиостанции, которые работали на этих волнах, исчезли, их нету. Он даже у вас сегодня с завода, а слушать-то некого. Теперь по-другому все. Больше на видео, там, ну, интернет и прочее. Как? И не нужно? Нет, не нужно. Того жалко мне. А я к мастеру принес, они вот такие два стоят, приемник на приемнике. Огромное. Даже не верится. У меня еще старый арифмометр притащили. Феликс называется, крутишь его. Ну неужели к этому не вернется? Нет, не вернется. Ну куда его девать-то? Хранишь. Вот все это делаешь. И вот это вот изобретение, которое они придумывают, они облегчают жизнь, конечно. Ну жалко расставаться с тем, что есть. Вот даже на детей смотришь, привык к ним, чтобы они никогда не были. Я бы такой же оставался, они бы такими, вот такая стабильность. Но это Бог обещает только вечности, когда все будут одного возраста. Так понимают святые отцы. И вот тогда будет рассмотрена каждая минута нашей жизни. Как ты потел, в поте лица ел свой хлеб или нет? Или просто играл этой жизнью? Вообще удивительная вещь. Как Бог сотворил? В раю, не в городе Адама поселил. А да, кто строил первые города? А Библия их называет, какие были. Что отсюда? Земля заброшенная. И удивляться не надо, что об этом Дмитрий Смирнов, священник московский, говорит. Другие люди будут жить. Мир меняет свое лицо. Ничего не сделать. Ничего. И не из-за жестокости других, а нашего какого-то милосердия. А просто это уже разнаряжено у Бога. А вот сейчас бы все-все верующие стали по Евангелию жить. И тогда Христос пришел бы. И, ну, мирно, по-другому, огненная река бы не протекала, не будет этого. Теоретически, на бумаге, да, а практически вот сорняк, покажи, как оно заросло. Это вырубать, кто сколько лет, сколько здесь лет было, мы не знаем, может быть, 50 лет. Жили люди, старики тут, тут еще двое жили. Ну, еще жили-то, ничего не касалось. А теперь мы не то, что землю отвоевываем, они не нужны. Убрать. Убрать вначале, вот уже половина почти убрана. И так во всем этом. Из сознания многое надо убирать. Устаревшее. Устаревшее убираем. Я вот смотрю на то, что раньше так берегли, столько ценности было. А сегодня рукой машет. Это никакой цены, дескать, не имеет. Какие наши специальности были. Вот сейчас только Володя мне показал. Рубит и вещи попадали. Гвоздь. Это самоковышный гвоздь. Его ковали, такой он был гвоздь загнутый. Это же музейная редкость. У меня есть такое там, как, я не знаю, называется, на цепи шарик набивается шипами, он весь чугунный. И небольшая цепочка.
Догоняли, волка били, там череп проламывали. И она с шипами. Еще дырочки заливали свинцом. Огромная тяжесть такая. Машешь рукой. Еще никаких волков нет, сегодня с вертолета стреляют. Вот сейчас только рубили. Сколько здесь? Вот это кольцо. Это вот эта вот вещь. Это у нас кузница была, Ефим Мерлинов был. Вот он ковал. Что это за вещь? Маленькая обувь какая-то ремонтируется. И вот кольцо не сваренное. И дырочка есть, и все. Видишь, как целиком. Вот они умели делать это. И так вот человек в духовном плане. Вроде бы это знал, глядел, не стареет только Евангелие, как будто бы сегодня сказанное. А другое, что изучал, сейчас смотрю, я помню, когда начали двигатель однотактный, там это поршневой, изучать начали. Так было интересно, а сейчас все по-другому. Все. Это другой мир. И когда молодым говоришь об этом, они смотрят на это. Но вот та трудность, в которой мы жили, она дала закал, что мы сейчас в эту перестройку во все вошли свободно. У нас не было, чтобы стрелялись, люди на себя руки накладывали, как говорит, там 10 миллионов людей погибло. У нас все были сыты. А что, земля, лопата, копали. Первое это осина нашли, корову волоком спилили, и волоком на корове тащим. Вот все вот это вместе, когда берешь и видишь, у Бога устроено для каждого поколения, для всех. Вот я выхожу утром рано, в 4:40 на улицу. Ни одного облачка нету. Звездное небо все пересыпанное. Пересыпанное. И думаешь, Авраам также стоял и смотрел, и Бог обещал, как звезды небесные. Вот на все это, и как это ближе к Аврааму, и ближе к этой галактике бесконечной, и Бог невидимый всюду. Боже, как все чудно. А которые не думают, о чем думать будет-то? Живем, умрем, ничего нигде не будет, сотлеет. А зачем быть добрым? Невыгодно быть добрым. Если Бога нет, детей надо учить по-другому, чтобы в этом мире сильнейший выживает. А этот Ницше надо изучать, Вагнера слушать. Ну, чем занимался Шикельгрубер? А если по Евангелию, тогда вот этот труд. Даже его сегодня скажут, да брось это, росло оно и пусть растет. Оно мне это нужно. Нет. Я вечером прихожу, руки опущены. Еще пройдет маленько времени, помолился, с Богом, говорится, побеседовал. И все, утром встаешь опять как новенький. Благословен Господь, который дает разумение, смысла жизни, жизнь для Бога, для вечности. А это промежуток, наполненный сознанием подготовки к вечности. Слава Иисусу Христу! Вот ждем гостей, поэтому для них все приготавливаем. Что может тут у нас люди будут новые. Вон, железяка вон под кустом. Что там? Железяка под кустом вон. Да ты что? Да вон, вон. Вон. А, вон где. Ну ладно. Давай. Покажи. Вот так, вот так. Взял ты ее. Взял, правда. А ну-ка, что за сошник? Ну, это уже... Ну, там, кинь туда, он рядышком. Все. Как хорошо быть в деревне. Работа ненадуманная, настоящая. Ну, вот, а дальше что? Корчевать можно. Вытаскивать. Вот сейчас мы находимся на трассе. Наши провода шли, тут была баня старая. Теперь закачка идет на огород и в лагерь. И вот деревья, давно мы уже не были, прямо по проводам. Провода идут среди деревьев уже. Вот перед нами береза. Ну и видно, вот она, береза. И провода входят в нее и уходят. Сейчас только мы спили этот большой тополь. Привязали его веревкой повыше и пилили. И как только он уже допилили, чтобы вдвоем мы еще повисли на этом конце, перевесить его, а потом стравливать веревкой с наклоном в обратную сторону. А он прямо на провода навис. И все, сбили.
Так, ты хочешь? Так, подожди, подожди. Поддерживать надо. Она уперлась уже здесь. Нам не надо провода даже задевать. Вот так. Люди, которые не понимают, они посмотрите высоковольтную линию. Вот он, Володя. Они там прорубают просеку чуть метров 100, может быть. Это ни одна веточка никогда падая не коснется проводу. Вот за этим уже стоять не приходится. Видите, тут огромные были тополя, их раньше еще пилили. Я издалека беру. Вот подойду сейчас на бугор, показать наш саманный. Откуда мы вышли. Много сделали, там перепутанные хмелем. Так сильно был хмелем, что когда дерево это повалилось, ну, на маленькие кусты-то. Володя там скрылся, и только видно, шевелится кто-то что-то. Вот. Это вот впереди и есть наш саманный. Вот его крыша с сарайкой. А там Нина Васильевна. И вот эти провода, столбы. Павел, брат, все их поднимали, конечно, трудно, мужики. Копаешь глубокую яму, а потом человек 10. Две жерди связывают вместе, это промежутки, поднимать. Пасынок страшно тяжелый, бетонный. А потом на когтях поднимается кверху. Старые столбы, конечно. Вот так. А рядом лагерный пруд. А рядом наш огородчик. И там, где он околочек далеко, там Никита пасет скот. Его даже видели мы сегодня. Там он, жалоб на него нету. Ну а через тополя, если смотреть так, видно, что там синеется храм. Это храмовая крыша. Вот домик батюшкин, видать. Вот и диакона. Кстати, не среди этих почти не видать. Вот он, его дом. Но мы-то никакие. А вот это вот все тут растет. Целая плантация хрена. Хрен. Готовят из него очень хорошие. С помидорами. Володя, это как мураш. Сегодня у нас 12 сентября. По милости Божией, вот мы идем, сколько прошли, больше половины этой трассы освобождают. Еще два тополя недалеко, один наклонный, другой прямо наклонный, нужно убрать сегодня будет. Повыше вот так веревка его залазит, Володя, я держу, он мне на плечи становится, потом сам поднимается, и там веревка, ну веревка альпинистская, толстая, альпинист был. Он на Эвересте погиб, Шевченко Николай. Вот. И я через него достал. Так, а где у нас эта веревка-то? Показать, какая веревка. Где-то здесь, да? А ну-ка, а, вон где. А ну-ка, возьми ее на ладонь, чтобы видно было, какая толщина. У нас на ней машина вытаскивает, застревает, когда. На руку возьми. Ну, на ладони. Видно на ладони-то. Один конец возьми, чтобы видно было по толщине, сколько он занимает места. Ну, вот так вот. Ну, как палец почти что. Да. Это толстое. На нем может десяток человек повесить, она даже не заметит. Как мизинец почти. И вот мы сцепляем ее, через другое дерево привязываем, когда оно отпилено будет, чтобы оно не зависло, но не опрокинулось на провода. Все, пока.